Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Друзья, сегодня мы с вами будем делать такое интересное и очень вкусное блюдо, как мясные чебуреки. Или как их в народе называют, чебуреки наизнанку. Сейчас вы все поймете, итак, приступим. Из куриных бедер извлекаем косточки, снимаем шкурку, перемалываем все это на мясорубке, добавляем туда специи, сыр на мелкой терке, укропчик мелко режем и грибочки слегка обжариваем. То есть делаем такую подготовку. Кусок пленки пищевой смазываем растительным маслом, чтобы у нас потом хорошо чебуречек отстал. Выкладываем фарш и, скажем так, его распределяем, размазываем на круг. Небольшой такой, сантиметров 15-20 в диаметре, кому как нравится. Выкладываем сыр, укропчик, это у нас будет начинка. То есть, поэтому как бы чебурек наизнанку. Обычно мы в тесто кладем фарш, а тут у нас наоборот. В фарш кладем начинку. И опять же выкладываем фарш, распределяем его на круг такой небольшой, сыр и сюда уже грибочки. И делаем такой, формируем из него чебурек. Вот такие две штучки у нас получились. Две штучки, почему их не две, больше, две на сковородку помещаются. Растительное маслечко. И аккуратно выкладываем. Друзья, нам самое главное аккуратно выложить, чтобы он не поломался. Потому что бывает такое, что и ломается. И обжариваем примерно 5 минут, переворачивая там по 1, 2, по 3 минуты. Смотрите сами, степень зажарки, кому какая нравится. Вот такие красавчики. Соус тартар у меня и кетчуп. 50 капель, не грех. Друзья, я одни сделал сильно зажаристые, другие слабо. Ну и то, это не все. Пока в процессе жарки у меня половина чебурека детвора растащила. Ну, там грибочки, укропчик, сыр тянется. Конечно, вкуснотища. Друзья, ваше здоровечко. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.